На всех этапах в жизни человека он идет к какой-то определенной цели. Всегда. Он ставит перед собой эту цель, идет к ней. Это бывают такие, давайте скажем так, мини-цели, маленькие цели. Такие, как утром проснуться на работу, дойти до работы. Иногда это даже не мини-цель, а серьезная цель, которая, когда ты видишь за окном сугробы снега по грудь. И это серьезный шаг, просто выйти хотя бы из дому. Также мы, бывает, ставим перед собой такие более масштабные, более серьезные цели. Как, например, в детстве, да, когда я вырасту, я стану военным, красивым, здоровенным, или я стану космонавтом, или еще кем-то, или когда я вырасту, буду работать там в какой-нибудь классной компании, серьезной компании, известной компании. Понятно, что в самом начале нашего жизненного пути не мы ставим перед собой цели. Их ставят за нас. Их ставят наши родители. И они являются тем самым двигателем в нашей жизни, который продвигает, подталкивает, заставляет нас иногда идти к этой цели. И это с самого рождения. Сначала ходить, разговаривать, быть более самостоятельным. Я думаю, тот, у кого есть дети, каждый участвовал в этом процессе, когда ты пытаешься научить ребенка ходить, когда ты по 10 раз повторяешь ему одно и то же слово, чтобы он его повторил, чтобы он как-то запомнил, что оно значит. Например, сейчас там с Эммой мы недавно с ней поставили, я поставил в ее жизни мини-цель убирать утром за собой постель. И мы вместе утром идем, собираем, складываем. Я ей показываю. Сначала я показываю, потом она складывает. И теперь мы пришли к тому, что она просто меня зовет и показывает, что она сделала. Я поставил мини-цель, и мы вместе ее достигли. Далее. Родители ставят в жизни своих детей более глобальные, более масштабные цели, например, хорошая работа. Я хочу, чтобы мой ребенок хорошо зарабатывал, работал в хорошей фирме. И с самого начала ребенок не принимает толком в этом процессе никакого участия. И с развитием этих событий родитель начинает все больше и больше включать своего ребенка в этот процесс. Он говорит, чтобы хорошо учиться, чтобы хорошо зарабатывать, работать на хорошей работе, нужно сначала хорошо учиться в школе, потом хорошо учиться в каком-то высшем учебном заведении, а потом уже со временем ты достигнешь какой-то хорошей работы. И с момента, как родителю получилось заинтересовать ребенка в этом, они вместе идут к поставленной цели, ребенок тоже включается в это. И несмотря на то, что ребенок сам ходит в школу, несмотря на то, что ребенок сам сидит на уроках, сам зубрит эти формулы, эти стихотворения, он сам пишет контрольные, сам сдает экзамены, я уверен на 100%, что каждый родитель со мной согласится, что он полностью вовлечен в этот процесс. Он полностью вместе с ребенком проходит через все эти, если можно так их назвать, приключения. Это и домашнее задание, которое родители делают с ребенком до глубокой ночи. Вчера буквально в Фейсбуке прочитал такую штуку. Пишет женщина какая-то, я не понимаю, почему я в 35 лет не могу лечь спать, пока не сделаю уроки. Потому что она сидит и делает уроки со своим ребенком. Или там, я не знаю, тоже может актуально, поделки какие-то из каштана, которые нужно сделать в пятницу, и вечером в четверг ребенок приходит и говорит, что ее нужно сделать. И родители выходят ночью собирать эти каштаны, начинают что-то лепить. Родители полностью в этом процессе. И я думаю, опять же, вы согласитесь со мной, что неважно, насколько у взрослого в этом дне важный день. Если в этот же день у ребенка какая-то контрольная, какие-то экзамены в школе. Именно об этом будет думать родитель весь день. Именно об этом он будет беспокоиться. Так же происходит и в высшем учебном заведении. И дальше, когда дети уже взрослые,
Родители время от времени задают вопрос, который показывает, что они до сих пор вовлечены в достижение миссии ребенка. Мама или папа звонят и спрашивают: сынок, дочь, как там на работе дела? Они до сих пор с ребенком проходят все этапы для достижения цели. И каждый этап на этом пути, каждый этап к этой точке, карьера, школа, садик, вуз, это отметки, которые показывают ребенку, правильно ли он движется, движется ли он в том направлении. Но на пути нас всегда ждут трудности. Для достижения этих целей нас ждут трудности. Давайте, например, школа, да, какое самое опасное, самое трудное время в школе, в которое ребенок может, ребенок, да и родитель тоже вместе с ним, могут подзабыть, к какой цели они двигаются. Это летние каникулы. Когда наступает лето, дети говорят: я все позабыл за лето, все вылетело, я вообще ничего не помню. Это самый опасный момент, в который ребенок может забыть, к какой цели он двигается. И поэтому некоторые родители, и я знаю таких родителей, не перестают нагружать в умственном плане ребенка даже во время летних каникул. Задают какие-то задания, ребенок решает какие-то примеры, как-то пытается поддерживать себя в тонусе. И все это, все, о чем мы только что сказали, это достаточно тяжелый труд. Тяжелый труд и ребенка, тяжелый труд и родителя. Садик, школа, вуз, работа. Это чрезвычайно важные цели в жизни человека. Но главные ли они? Можно ли их назвать самыми главными целями в жизни каждого человека? И поэтому сегодня вопрос к размышлению, как и мне, так, надеюсь, и вам. Какова главная цель моей жизни? Какова миссия моей жизни? Мы можем в меру своей, не знаю, скромности или не знаю еще чего думать, но мне думать о миссии моей жизни, это что-то такое глобальное, высокое, заумное. Я попроще, на что оно мне надо. Но это не совсем так. Дело в том, что для каждого своего творения Господь задумал какую-то цель. А значит, понять ее и исполнить. А. Важно. Б. Необходимо. Так именно для этого каждый из нас был создан. Сегодня я не скажу вам чего-то нового. Я не скажу вам чего-то сверхъестественного. Но в течение нашей жизни родители время от времени напоминают нам, к чему мы стремимся. Куда мы идем, какая цель. И Господь делает точно так же. И вот я хочу сегодня, чтобы Господь нам напомнил еще раз, к чему мы должны двигаться, к чему мы должны идти. Андрей сегодня, первое место, которое он предложил нам для размышлений, это 1 Петра, да, «Служите друг другу». Мы не договаривались, но я хочу поговорить о том, как Петр к этому пришел. Я хочу, чтобы мы посмотрели в Евангелии от Матфея на несколько мест, в которых Иисус говорит ученикам о трех главных элементах их миссии и миссии каждого из нас. Откройте в своих Библиях Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха будем читать. А, кстати, у меня огромное благословение, кто молился за, там, за мои глаза, я вижу, что там написано. Поэтому, слава Богу. О, вот видно, что сатана сопротивляется. Пока я стою сейчас здесь, мне на телефон звонят, программа показывает, мошенники звонят. Звонят, чтобы развести на деньги. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. С того времени... 16 глава, с 13 стиха. Да. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за пророка Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал:
«Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Это определенный момент в жизни апостолов. И на этой точке Иисус делает срез. Иисус подводит итог. Он спрашивает: сейчас, в данный момент нашего с вами пути, в данный момент наших с вами отношений, за кого вы меня почитаете? Кто я для вас? Конкретно для вас? И Петр, конечно, кто же еще? Самый первый, самый скорый. От лица всех учеников говорит: ты Христос, то есть Мессия, Спаситель, и ты Сын Божий. Иисус говорит: класс, супер, ты блажен, то есть это высшая точка счастья, ты безумно счастлив. Почему? Потому что Отец Небесный тебе это открыл. Не ты к этому пришел, тебя благословил этим откровением Господь. Самый важный элемент в жизненной миссии каждого человека – это знать Иисуса Христа как своего Спасителя, личного Спасителя и как Сына Божия. Ведь согласитесь, многие люди знают, кто такой Иисус Христос. Если вы сейчас пойдете, будете просто встречать, останавливать людей, спрашивать: ты знаешь, кто такой Иисус Христос? Все, ну, я думаю, не найдется человека, который скажет: я первый раз слышу об этом. И в то время знали Иисуса, но как кого? За кого меня почитают, спрашивает Иисус. Просто пророк Божий, как говорят мусульмане, классный парень, но такой же, как Мухаммед, просто Господь через него говорил. Либо хороший учитель, который учил хорошим вещам. И действительно Иисус учил хорошим вещам. И только ученики на этом этапе своей жизни поняли, кто такой Иисус. Понятно, мы можем сказать, что они толком не поняли, кто это, но давайте честно признаем, есть ли здесь среди нас тот, кто может сказать: я полностью знаю, кто такой Иисус. Я полностью познал Бога. Поднимите руку, если есть кто-то такой. Мне понравилось, как на сессии один брат сказать, что мы полностью познали Бога, это унизить Бога. Задумайтесь об этом. Но то, кем они его исповедуют, это важный этап в миссии человека. Почему? Во-первых, признать Иисуса Христа личным спасителем – это вопрос вечности. Как мы говорим, вопрос жизни и вопрос смерти. Второе – это самое главное откровение, которое Бог сообщает каждому из нас, которое Бог сообщает людям. Это самое первое и главенствующее действие, которое Бог посредством Духа Святого делает в нашем сердце, которое является отправной точкой для всех остальных целей. Опять же, поймите меня правильно, миссия познавать Христа как личного Спасителя – это не то, чего может достичь человек сам. Мы знаем, что написано: никто не ищет Бога. Но если ты исповедуешь Христа как личного Спасителя, то ты уже прошел первый этап на пути к достижению самой главной миссии в своей жизни. Первый этап уже есть, и нужно двигаться дальше. Если ты сейчас здесь сидишь, и ты понимаешь, что этого этапа в твоей жизни еще нет, то сегодня тебе Господь напоминает о важнейшей цели в твоей жизни – познать Его как личного Спасителя. И Он уже сегодня пришел на эту встречу. И Он ждет сегодня на ней тебя. И буквально сразу же, в этом же разговоре, Иисус переходит от одной подцели к другой подцели. 16:21 Матфея, все та же глава. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: будь милостив к себе, Господи, не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
Только что Петру и остальным ученикам, которых он представлял, когда провозглашал, кто такой Иисус, только что Иисус подтверждает того, что они достигли важнейшей точки в своей жизни. Другими словами, Иисус говорит, то направление, которым вы идете, тот курс, который вы выбрали, правильный курс, вы двигаетесь в правильном направлении, когда признаете, кто я такой. Иисус говорит, раз вы поняли, кто я, вот мой курс, которым я держусь. Он говорит, я иду в Иерусалим, там меня схватят, там меня унизят, там меня изобьют, там меня убьют, и я воскресну. Петр стоит, слушает это все и говорит, да нет, не может быть такого. Ну не может быть. Я считаю, что должно быть по-другому. Ты недостоин этого, Боже. То, что ты говоришь о себе, я с этим не согласен. И он руководствуется хорошими желаниями и призывает к этому же Иисуса Христа. Он говорит, смилуйся, будь милостив к себе. Подумай о себе, ты достоин другого, Боже. Не может такого быть. Но мы знаем, что Иисус не мог сделать не так, как хотел Петр, не так, как даже он хотел. Единственное, что он может сделать в этой ситуации, это показать Петру, ученикам и нам с вами второй элемент главной миссии в жизни человека. Матфея 16, 24. Продолжаем. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Первое, что нам нужно понимать, что этот принцип «отвергни себя ради Христа», этот принцип важен для нашего понимания только лишь в таком формате. Только лишь отвергни себя ради Христа. Почему? Почему именно так? Потому что отвержение себя, жертва собой, это не новый процесс в жизни каждого человека. Мы часто идем на жертвы. Раз мы уже начали с вами с примеров про обучение, давайте на них и продолжим. Сначала, конечно, опять же, точно так же, как родители ставят цели перед нами, они и призывают нас к этой жертве. Ты должен хорошо учиться. Я до сих пор помню, как моих одноклассников вечно мама звала с балкона, там, Саша, иди домой уроки делай. И он идет, у него нет выбора. Грустный, печальный, идет делать уроки. К этой жертве призывают нас родители. Но в дальнейшем, если у них получилось нас заинтересовать, если у них получилось ввести нас в достижение этих целей, мы сами начинаем этим жертвовать. Мы понимаем, какой плод в конце принесет наше знание. И мы начинаем через силу жертвовать там, друзьями, гулянками, ради домашней работы. Понятно, что кто-то делал домашнюю работу, просто чтобы не получить двойку и не получить потом дома ремня. Но это тоже жертва ради цели. Не получить ремня. Хорошая цель. Я руководствовался ею всю жизнь. Так или иначе, мы жертвуем собой ради достижения какого-то блага. Образование, красный диплом. Дима не для этого, да, не жертвовал. Образование, красный диплом, хорошая работа, высокая зарплата. Ну, либо чтобы избежать наказания. Но мы жертвуем собой. Другими словами, мы жертвуем собой ради себя. Но Иисус говорит о другом. 16.25 Матфея. Ибо кто хочет душу, то есть жизнь. В наших Библиях у некоторых даже есть сносочка вниз на это место. Жизнь написана. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. То есть тот, кто думает о себе, делает все для того, чтобы достичь в своей жизни целей своих, тот в конечном счете потеряет ее. Останется у разбитого корыта. И это не мое мнение. Это Слово Божье так говорит. И это видно было и в моей жизни. Когда я, например, работал в маркетопте, в моем приоритете была работа. Не Бог, работа. И независимо, несмотря на то, сколько мне приходилось работать,
Я вот сидел, готовился, анализировал. Денег не было. Хотя я зарабатывал. Постоянно долги. Постоянно какие-то истощения, депрессии и так далее. Нету мира в отношениях с Богом, нету мира дома. Несмотря на то, что работаешь, зарабатываешь, и вроде все должно быть хорошо. И это видно во всем мире. Люди, которые ложат свою жизнь на алтарь достижения своих целей, рано или поздно сталкиваются с выгоранием. Если посмотреть статистику, то в странах, в которых высокий процент среди населения в достижении карьерных высот каких-то, в этих странах высокий процент людей, которые обращаются к психотерапевтам, в этих странах высокий процент суицидов, в этих странах высокий процент каких-то заболеваний, разводов. Я уже как-то приводил пример, в 1929 году в США произошел огромный фондовый крах фондовой биржи, который во всей всемирной истории известен как начало Великой депрессии. Я уже говорил о том, что происходило с людьми. Когда рухнула финансовая система США, люди просто выходили в окна. Просто травили массово семьями, закрывались в домах, включали газ и травили себя. Потому что вместе с деньгами ушел мир. Вместе с деньгами рухнула вся их сила, все, во что они вкладывали всю свою жизнь. Человеку кажется, что райская жизнь зависит от него. И чем больше он усилий к этому прилагает, тем быстрее она настигнет, тем ярче она будет. Но Иисус говорит, что это не так, что при таком раскладе человека ждет крах. Но тот, кто откажется от достижения своей цели, своего счастья, ради Христа и только ради Христа, обретет настоящее счастье, говорит Иисус. Он это говорит не кому-то, а там мимо проходящему. Он это говорит верующим людям, которые только что признали Его Мессией, Сыном Божиим. Он говорит это нам, если мы также признаем Христа Спасителем своим. Как бы мы ни любили слушать о благодати, посредством которой мы спасаемся, дай аминь. Но именно жертва ради Иисуса Христа, жертва своими интересами ради интересов Иисуса Христа отличает нашу веру от бесовской веры, как говорил Иаков. Давайте прочитаем. Иакова 2 глава с 19 стиха. Ты веруешь, что Бог един? Иаков говорит, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. Он пожертвовал своим самым дорогим. И это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Он пожертвовал своим самым дорогим. Я вообще не представляю, как он ждал этого сына. Это была просто безнадежная авантюра. Я думаю, он часто сталкивался с моментом, когда он думал, это не может такого быть. А потом, когда родился этот сын, это было просто великое чудо. И Господь говорит, отведи, жертву принеси. Теперь давайте посмотрим на то, как это практически выглядит. Но сначала я хочу уточнить несколько моментов, которые помогут точнее понять, о чем я говорю. Первое. Когда речь идет о моей жертвенности, мне, я думаю, не только мне, свойственно вносить в слово, которое обращено к моему сердцу, посторонних людей. Почему-то. Что я имею в виду? Конечно, он может ходить в воскресенье в церковь, потому что у него машина. Ему зимой легко добираться, а мне нелегко на велосипеде. Была бы у меня машина, я тоже в воскресенье ходил бы в церковь. Или то, что я слышал, был бы я такой молодой, как он или она,
Я бы тоже ездил бы, посещал бы служения, посещал бы группы. Или, например, то, что я чувствовал. Конечно, у него есть на работе возможность готовиться к проповеди. Он же работает охранником. Да, да, ну честно, да. Охранником в рейсе работает, ночами сидит, ему же делать нечего там. Ты же там не работаешь уже, поэтому я спокойно это могу говорить. А я не могу, за мной камеры наблюдают. Конечно, ему легче готовиться к служению, чем мне. У него для этого есть валом времени, еще и деньги за это платят. Или он вообще без работы сидит целыми днями, в потолок плюет. Конечно, таким, когда у него с 8 утра до 12 ночи все свободное время, конечно, легко жертвовать. Можно вообще от скуки служить. Ну вот что важно нам понять. Во-первых, а при чем тут вообще он или она? Когда я читаю «отвергни себя и иди за мной», то это слово не касается никого, кроме меня лично. Абсолютно никого. Во-вторых, давайте так, по факту. Я же не знаю, на самом деле, какова жизнь того человека, с которым я себя сравниваю. Я не знаю, с какими трудностями приходится готовиться брату, которому приходится на работе готовиться к служению. Я же об этом не думаю. И поэтому и не знаю. Я не знаю, на какие жертвы он идет, чтобы зимой заправить машину и приехать на служение. И я не знаю, сколько это стоит, я не знаю, скольких людей он еще привозит. Я ж об этом не думаю. Я точно не думаю, за что кормит своих детей тот человек, который без работы дома. Я не задумываюсь об этом. Для меня просто это факт, он не работает. И в-третьих, когда я так думаю, самое страшное, что я выражаю в этом претензию к самому Богу. К Божьей справедливости. Бог, а вот ты ему дал лучшие условия, чем мне. Вот ему легче жертвовать, а мне тяжелее. Ты несправедливый, ты поставил нас... Призыв одинаковый, жертвуй собой, а условия разные. Почему ты такой несправедливый Бог? Ему отвергать себя легче и жертвовать собой легче, чем мне. А это уже само по себе говорит о том, что проблема в вертикальных отношениях. И это первое, что я хотел уточнить. Второе. Я не говорю о том, что с завтрашнего дня, с понедельника, всем нам нужно уйти с работ, бросить учебу, перестать заниматься домашними делами и идти служить. Не об этом. Давайте договоримся. Я говорю хотя бы о минимуме. Куда мы жертвуем своим свободным временем? Которая у нас есть, давайте честно признаемся. Потому что на практике в каждом дне мы сталкиваемся с выбором. И этот выбор между действиями, которые могут нас как приблизить ко Христу, так и отдалить нас от Него. И речь не только о каких-то масштабных, глобальных наших действиях. Просто, элементарное. Какой-то конкретный фильм. Смотрю я его или нет. Чем он наполнен, этот фильм, и чем он, соответственно, наполняет меня. Это конкретная книга, которую я читаю или не читаю. Музыка, компания друзей, которая окружает меня. Каждый из этого, из многого другого, влияет на мое расстояние по отношению ко Христу. Если вы проанализируете свою жизнь, свое свободное время, вы ужаснетесь, потому что я ужаснулся. Я проанализировал свое свободное время, это кошмар. Столько ненужного, столько несозидающего, а разрушающего, столько мусора, столько, простите за слово, барахла. Но это факт. Конечно, пример, который показал нам Иисус Христос на Голгофе, очень высоко задирает планку. Но это не значит, что нам не нужно стремиться к этому. Поэтому почему бы сегодня
не сделать самому себе вызов и быть в этом похожим на Иисуса. И начать достигать этого элемента маленькими шагами. Начиная просто со своего свободного времени. Куда я его трачу? И третий элемент, о котором я хотел бы поговорить, находится в том же Евангелии от Матфея, только чуть-чуть дальше. 20 глава. Откройте, пожалуйста. С 20 стиха будем читать. Все те же ученики. Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых, к нему, то есть к Иисусу, с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвал их и сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Те же ученики, которые совсем недавно исповедовали Иисуса Христа Сыном Божьим, собственным Спасителем, те же ученики, которым совсем недавно Иисус сказал: забудьте о себе. Они идут за Христом, и вот что наполняет их сердца. Вот они, о чем они думают. Понятно, это мои догадки, но я думаю, примерно было так же. Иисус – обещанный Спаситель народа, Царь, который рано или поздно придет, установит свое царство, поставит свой трон и сядет на нем. А кто мы? Мы находимся ближе всего к нему. Он нас выбрал. Значит, после того, как он сядет на престоле, мы должны быть рядом с царем, рядом с правителем. И вдруг мама двоих из них, движимая, наверное, материнским сердцем, любящим, которая хочет лучшего для своих детей, подходит и говорит Иисусу то, о чем, наверное, думали все. И то, что об этом думали все, видно потому, как отреагировали ученики. Они возмутились. Почему эти два особо близки? Чем Иаков и Иоанн лучше всех остальных? Я думаю, больше всего обидела вообще это Петра. Почему так? Но Иисус через то, что он говорит, намекает им или утверждает даже, наверное, не намекает, что в их сердцах есть огромная проблема. В их сердцах есть огромнейший провал, огромнейшая дыра. И она заключается в том, что, идя за Христом, они думают о том, как будут править, а не о том, как будут служить. Иисус говорит: я понимаю, почему вы так думаете. Вы смотрите вокруг, и у вас, естественно, такой вывод и заключился. Вы живете в мире, который двигается такими правилами. Есть князья, у которых есть подчинение люди, которые правят ими, владеют ими, командуют ими. Я все понимаю, но Иисус говорит: но у вас, у моих учеников, которые признают меня своим спасителем, не должно быть так. Он говорит: посвятите свою жизнь тому, чему я ее посвятил. То есть послужить другим и отдать душу свою для спасения человечества. Нет большей цели для человека, который признал Иисуса своим спасителем и идет за ним, чем спасение других человеческих душ кровью Иисуса Христа. Понятно, что мы не можем отдать свою жизнь ради спасения других людей, но мы можем положить свою жизнь на то, чтобы через нас
Искупительная жертва Иисуса Христа достигала многих сердец. И для этого есть множество способов. Прославление, лагеря, обучение, евангелизация, домашние группы, воскресная школа, клумба. Клумба – это средство достижения неверующих сердец. Клумба возле церкви – это свидетельство миру. Покошенная трава. Даже то, что люди заходят с улицы в наш туалет – это свидетельство миру о том, что это церковь. Наши отношения внутри, наши отношения с внешними людьми, то, как мы живем, то, как мы скорбим и даже то, как мы умираем – это огромное свидетельство, которое мы можем достигать человеческих сердец. Одежда, слова и так далее, и тому подобное. Множество форм, через которые можно достигать людей – масса. Вопрос лишь в том, готов ли я посвятить этому свое время. И все. Мы можем понимать это, мы можем знать, как мы можем достигать людей. Но вопрос в том, готов ли я это делать. Не вместо работы, я не призываю опять же бросить работу. В свое свободное время. Готов ли я это делать? Я осознаю, кто такой Бог. Я признаю Его Господином в моей жизни. И я служу Ему через то, что служу другим людям. Вот три элемента одной миссии в жизни человека. И в Ветхом Завете, в конце, хотелось бы привести пример, на который я раньше не обращал внимания, но он стал для меня огромным откровением. В Ветхом Завете есть пример человека, в чьей жизни один за другим можно проследить процесс, когда появляются все эти три элемента. И это Моисей. Вспомните, когда Господь обращается к Моисею из горячего куста. У Моисея в первую очередь нет вопросов, да, понятно, там он задает пару вопросов, но он понимает, кто с ним разговаривает. Ему говорят, это святое место, он разбывается, все, он понимает, что что-то сверхъестественное, потом для него открывается Господь, он это понимает. И когда Господь отправляет его к народу, о ком думает Моисей? Я прочитаю сейчас из Исхода 3 и 4 главы просто вырванные слова Моисея. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? И из 4 главы. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне, не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. И 10 стих. «И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Я, мне. Все, больше ничего не заботит. Но дальше, мы там знаем, да, возгорелся гнев Божий на Моисея, он смиряется, он говорит, ну ладно, видимо, нету у меня другого выбора. И он идет к фараону, он говорит, отпусти народ. И фараон ожесточается и ужесточает условия труда для еврейского народа по добыче соломы для кирпичей. И народ приходит к Моисею с Аароном и выговаривает свое возмущение. И совсем другое сердце у Моисея. Это вот буквально, вот только первая встреча с фараоном, только он пошел. Посмотрите, за кого переживает Моисей. 5 глава с 22 стиха. «И обратился Моисей к Господу и сказал». Исход 5:22. «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Не меня». К нему пришел многочисленный народ сказать, ты что наделал? И все, о чем думает Моисей, это что происходит с народом. Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим.
Он признал Бога, он выбрал его волю, его сердце начало служить людям. Я понимаю, что эти три пункта мы не раз с вами все слышали. Я, опять же, я говорил, ничего нового. Все это знают. Но сегодня Господь напоминает каждому из нас, сидящих здесь, тех, кто признал в своей жизни Иисуса Христа как личного Спасителя, напоминает эти три пункта, чтобы мы сегодня, придя домой, задали себе один вопрос. В чем моя миссия? Аминь. Давайте помолимся.